Готовность регионов к уборке урожая. Эту тему обсудили на селекторном совещании под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева. В большинстве регионов посевная кампания прошла достаточно гладко. По данным Минсельхоза, яровой сев почти завершен. В южных регионах уже началась уборка зерновых и зернобобовых. Быстрыми темпами идет заготовка кормов. Более половины тех средств, которые были предусмотрены в этом году в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства, уже направлены в регионы. Нужно заниматься своевременным доведением до сельхозтоваропроизводителей денег, соответственно, сначала в региональные бюджеты, из региональных бюджетов, это уже ответственность губернаторов, деньги должны доходить до сельхозтоваропроизводителей. Аграрии страны получили уже более 50 миллиардов рублей. Это почти 60% годового объема. В Чувашии механизм господдержки работает без боев. Общая сумма с учетом федерального бюджета, регионального бюджета 2,5 миллиарда рублей. 40% средств перечислены получателям, то есть самим сельхозтоваропроизводителям. Касаясь льготного краткосрочного кредитования, по ставке кредитования 5%, здесь в полтора раза больше оформили наши заемщики. Это очень хорошая программа. Посевная кампания в Чувашии прошла успешно. Сейчас идут работы по кормозаготовке. Организации к уборочным работам готовы, техника готовится, объемы зернохранилищ практически готовы. То, что не хватает, мы докупаем. Благодарю за внимание. Настрой такой боевой, все сделаем так, как нужно.